Тесные холодные кабинеты и уроки в полутемных студиях для этих ребят остались в прошлом. Уже несколько месяцев, как школа искусств номер 4 переселилась в новое отремонтированное помещение. Учащиеся признаются, на новом месте и вдохновение чаще стало приходить, и появилось больше энтузиазма заниматься любимым делом. Мне очень нравится моя новая школа, и я хотела сказать спасибо всем тем, которые сделали ее такой. Здесь очень светло и уютно. Значительно лучше, мне здесь намного больше нравится. Здесь и теплее, и уютно очень, и инструменты. Маленькой скрипачке Юлии Ковальчук всего 7 лет. Уже 2 года девочка практически все свободное от урока в общеобразовательной школе время посвящает игре на струнном инструменте. Скрипка – это очень хороший инструмент. А что тоже научилась играть? Этюды и песни. В свои годы девочка уже смело владеет не только скрипкой. В школе искусств она успевает посещать еще и уроки танцев и класс по изобразительному искусству. Мы занимаемся у 3 преподавателей сейчас. Здесь, конечно, намного лучше условия. Просторные классы, светлые. Не меньше радости по поводу новоселья испытывают и преподаватели школы. Они с гордостью показывают новые классы, где им предстоит раскрывать таланты своих юных подопечных. Детки приходят и занимаются на фортепиано. Здесь проходят и сольные занятия, и класс ансамбля. Детки играют на 2 инструментах. Вот такой светлый, красивый, удобный класс. Помимо хореографических и музыкальных кружков, в школе искусств созданы все условия для обучения будущих художников. Лучшие работы учащихся украшают стены учебного заведения. Сейчас в детской школе искусств номер 4 занимаются около 700 ребят. Директор Людмила Мякиева признается, за более чем 20 лет работы на ее глазах выросли десятки успешных музыкантов, танцоров и художников. У нас есть с кем гордиться. Мы любим своих детей, гордимся. Знаем, что мы жизнь прожили недаром. Гитара, скрипка, фортепиано, различные танцевальные направления, вокал, хор. Здесь, продолжает Людмила Макиева, каждый ребенок обязательно сможет найти себе занятие по душе. У нас очень-очень много выпускников, которые и сегодня продолжают обучение и в музыкальном училище, и в консерватории. У нас много хороших деток. Несомненно, это большое дело. Школа искусств – это прекрасно. Это ребенка отрываем от улицы, и его приводят в храм искусств. Ре, коротко до, си, ля минор.